Эй, друзья, всем привет, это War Thunder. Здравствуйте. И сегодня у нас первая эпоха, лалычевские танки везде. Да. И самолеты, значит, тоже. Чтобы тащить, самолеты я пока не менял. Я все специально поменял, потому что вот заранее, чтобы не было. А я потом в немцах, кстати, это только сделал пока. Всех поменял? Нет, я Советский Союз, мы же начнем с тобой с Советского Союза. Почему? Мы начнем с Германии? Раз, а я в Германии ничего не менял. А я не менял в Советском Союзе. Да, я в Советском Союзе поменял. Так. Печаль, беда, то есть не скооперировались. Ну да, что-то да. А я же тебе говорю, что давай Советский Союз. Ты говоришь, давай. А? Советский Союз? Да. Ну, потом Германия пойдет, значит. Да, потом Германия пойдет, а пока Советский Союз. Так, поменяй, там быстро первый, это Т-26, первый, второй. А, так тут и так все нормально. Так и так все в порядке, да, значит? Все отлично, да. Ну и окей тогда. Не забывайте, кстати, про ссылочку в описании, где вам дают бонусы, призы для развития. Да, при регистрации. Быстрый старт при регистрации, заходите. Селенция там будет в описании. Да, друзья, мы поехали. Давай, ты готов? Если не везет, да, конечно. Сейчас нажимаю. Ты что если возьмешь? Не везет, я возьму что? КВ-1Э, наверное. Это крутой танк, ты чего? Это второй ранг. Какой там? Я вообще его убрал. Написано, вот сейчас опять у тебя будет КВ-1Э, и мы сейчас опять в задницу попадем. Подожди, мы же сказали. Убирай. Это капец, элитный танк. Поставь что-нибудь другое, смени технику. Какой элитный танк, Женек? Это танк тяжелый просто. Так вот в том-то и дело, он же крутой, тяжелый. Ну, ранг у него второй же, ни третий, ну, ни четвертый, ни пятый. У меня вторых рангов вообще нету здесь, кстати. У меня только первые сейчас стоят все. Боже. Я вот боюсь КВ-1Э, это знатный танк, поэтому, мне кажется, нам нужно быстро сольет. Но мы же хотим тащить. На говне тащить не получится. Просто априори, я тебе сразу говорю. Ну, а как можно назвать танки первого уровня? Ты же не помнишь, вспомни 25 серий назад, как ты тащил. Да, ну тащили, давай, ты готов? Нет, не готов, выбирай уже крышак всякий. КВ-1Э поменяй. У меня только вторые остались, что мне открывать-то? Т-60 открой, БТ-5 какой-нибудь, Т-50 возьми, БТ-7, Т-26. Спец. На. Так, исследование я не вижу тут. А, вот, выбор, подожди. Смени технику и там вниз листай, там куча. Сейчас я выберу что-нибудь, что можно открыть. ТЕК, эпоха 1, Т-70. Легкий танк, пожалуйста. Нам пойдет. Все? Нет еще. Что ж ты пишешь, что все время так? Сейчас дай выбрать. Я пока броню рассмотрю. Рассмотри броню. Спереди эти у меня открыты. Хорошая. Вот гусеницы, к сожалению, пострадают, видимо, раз на раз просто. Конвертировать, купить. Т-50 давай сюда. Так. Готово. Ну, Т-50 у меня тоже есть, то есть такой танчик. У КВ-то никуда не пропал, вот в чем дело. Так ты на правой кнопке-то на нем нажми, сменить технику, вот и все. Выбираешь вот эту ерунду, которую ты купил только что. Вот, видишь, как ты говоришь, покупаешь, меняешь это САУ, мне нахрен не упало. Вот, САУ это капец. Вот, нас сейчас опять, мы попадем опять в элитные бои какие-нибудь. Типа все, короче, одна ловчарня осталась. Вот, все, я не знаю, что из этого получится, мне уже не хочется, если честно. Ну что такое? Готов? Готов. Да, готов. Вперед, да? Ну, мы договорились, попробуем, что играем на первом-втором ранге. Да. Ты мне сейчас говоришь, КВ-1, КВ-1. Не, ну КВ-1 это крутой слишком. Ну какой крутой? Ну характеристики-то есть же, Жень. Ну там же написано, что это не средний даже. Ну он тяжелый, это знатный, значит. Второго ранга. Да, но не знаю. Второго ранга. Что-то меня смущает КВ-1. Это как Т-34, то же самое. Да какой? Ну там же по рангам же все, по эпохам этим всем. Ну потом эксперты напишут в комментариях, посмотрим, что там напишут по этому поводу. Да, ребята, пишите, конечно. Где какой там ранг? Пишите, да. Чай попьяву, пишите. Строчите. Ну, хорошо. Попробуем. Легкий. БТ-5, я выберу БТ-5 вообще. Т-60. Короче, БТ-7 давай попробуем. Я БТ-5, давай. Ой, блин. Что это за... А что ты так появился передо мной внезапно-то? Классно. Передо мной явился ты как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Ну-ну. Как Евгений чистой красоты. Да. Что ты там дрифуешь? Это тебе не токийский дрифт, ну? Да я понимаю, но как-то ты сам, я смотрю, едешь, как не шило в попе, да? Что это был за... В кого стреляют? Что происходит? Что за хрень? Как уже кто-то бомбит. Кто в меня стреляет? Какой мудак? Я же тебе говорю, какой-то дебил стреляет. Какой-то мудак мне прям зад долбит. Школьник ебаный, что ж происходит-то, а? Зашли, называется, поиграть. Выбрали это самое. Ух ты! О, что-то хочу. Красота. Так, спокойно. Точку А занимаем, да, тогда? Да, Жень, да, занимай. Там пацан прям просто вообще как царь. Пацан катается. Сказал, пацан сделал, точку занял, пост принял, давай. Брат за брата. Угу. За основу. Да. У Лалыча взято. Я сейчас посмотрю, за какой... О, я вижу врагов. Ты уже видишь врагов? Каким образом, если я даже не доехал до точки, ты уже видишь врагов? А я уже вижу врагов. Ну ты какой, а?
Так, окей, давай посмотрим, на чем будут враги наши ездить. Не уж не на КВ или один там. М10, БТ-5, вон я вижу есть. Ну, это вот лалочевские все танчики. То есть ты решил как бы гоночкой заняться, да? Дрифтом? Типа Need for Speed, да. Я захватываю зону уже А, гасит, видишь? Уже гасит по тебе. По мне никто не гасит, блин. Гасит. Вот теперь, откуда гасит-то? Я вон его не вижу. Стеной где? БТ-5 стоит же. Нет никого, у меня вообще не помечено ничего. Классно. Да, затащили. Где он там стоял, там никого не было. Два танка, Жень, слева от тебя не было, у меня не показывало вообще ничего, у меня пустое. У меня на ролике видно, что два танка подъезжали к тебе. Откуда же они взялись-то, если пусто было? Вот странно, чтобы им пусто было тоже, иго темное. Не, Жень, ты чего? Все нормально, Жень, это же первая эпоха, сейчас затащим. Иго темное, блин. Да что ж ты передо мной появляешься все время, а? Я не знаю. Клешни наши сейчас уберем и вставим руки профессионалов. Сейчас попробуем. Да. Мы сейчас вставим руки профессионалов. Давай, да, да. Да. Жень, надо больше сарказма. Больше сарказма. В подобных роликах нужно больше экспертного сарказма, да. Хорошо, хорошо, мы постараемся. Больше. Сейчас. Давай, Жень. Гоночки давай устроим. Сейчас, царь доедет. Давай, царь, доезжай. Сейчас доеду я до этих БТ-5. Свою, как говорится, туда завози нормально. Завезу, сейчас завезу. Так. Засажу, хотел сказать, да? Клешни завезли новые. Ага, ну-ну. Свежие. Поехали роковать. Мы едем роковать. Поехали. Опа. Так, брат, от кого стреляет, я смотрю. Там активно так жарит. Хорошо, сейчас. Хорошо. Сейчас разберемся, да, давай. Да, сейчас все проблемы решим, Жень. Вижу лалочи. Видишь их? Ур, нет, я вижу, как я дрифтую. Ур. Лалочи? Да, лалочи где-то там должны быть. Блин, они все за зданиями значит прячутся, но... Угу. Непорядок. Непорядок. Только навелся, и обязательно кто-нибудь скрывается из виду. Ну непорядок, ну. Но. Где они? Вот он, горбатый! Вон он там... Я сказал, горбатый. Горбатый. Так, вон, ух ты ж как гасит. Т-50 едет сюда. Т-28, так, вижу. Кого еще видно? Огонь артиллерии, вот это херово. Ник огонь не видно. Так, огонь артиллерии у тебя был, да? Значит, мне туда суваться не стоит пока. Ох! Не, о, сразу, Жень, Т-28. Я даже прицелиться не успел. Что, тебя снесли уже? Да. Каким образом? Я только-только думал вот стрелять, как бы целиться, наводиться. И все. И все? Все уже, что ли? Все, да. Это все? Да. Это понимаешь, все. Я тебе объясню, в чем суть того, что мы играем, допустим, за 4-5 эпохи, да? У нас есть танки тяжелые, так. Они толстые, у них классная броня. И, естественно, нас не с первого раза убивают. Ну да. Что-то везде огонь можем... артиллерии. Какая-то боль. Ну, как бы было сказано, что если так играть, будет проще. Ну, то есть жить станет проще, наверное. Да. То есть будут катки, у всех будут танки вашего же ранга. То есть не будет как бы дисбаланса. Ну, я вижу, да, дисбаланс. Я тоже вижу неплохой такой дисбаланс. И, в принципе, я прям уже вот затащил сейчас. Хорошо, Т-60 возьму. Ты уже затащил практически уже вот. Я взял танк, которого не додуло и не до какой-то вообще танк на вид, понимаешь? Кофемашина? Нет, это не кофе, кофемашина хотя бы презентабельно. Презентабельно на пару секунд. Дальше уже, как говорится... Воля случая. Повезет тебе или не повезет? Я не знаю. У меня короткоствольный короткодул. Раздача капучино не проходит просто так. Капучино, горячие напитки. А что ж ты таранишь-то меня и... Ух, нихрена у чувака танк в три раза больше моего. Он меня тупо прокрутил по своей оси, представляешь? Конечно. Бедланище какой. Ладно. Союзный бомбардировщик, поехали. А, ты не успел. Как это я не успел? Ну, так. Начать 4 секунды. Вставили тебя, да? Нет. Нет, ты поехал. Полетел, да, то есть? Да, сейчас полечу. Ты смотри, какой пилот, а. Потому что мы пилоты. Не, ни хера что я не лечу. Да я же говорю. Был тебя написан... опередил какой-то лалыч там просто. А, вот оно что. Да, там, то есть опережение. Срабатывает опережение. А ты помнишь, был какой-то классный танк с пулеметами? Мы гасили. Гасили. Мы гасили. Василий. Болгарка, помощь в уничтожении врагов. Ну, зашибись теперь. Я теперь буду как царь себя чувствую. Полной. Совсем все плохо. Зря, наверное, я еду один на точку А. На таком маленьком танке. Т-50 вообще ря... Вот я когда говорил слово ря... Вот именно ударение на А, меня сразу... Лайт танк М3-1, М3-А... Стюарт. Кстати, мы на М3 с тобой тащили когда-то, я помню. Я же тебе говорю, надо было брать либо Германию, либо... М3 у нас у кого? М3 Америка. М3 Америка? Ну, конечно. Стюарт. Где у нас Стюарт? В Америке? Стюарт. Вернуться в ангар!
Я могу вернуться в ангар, именно, блядь, в самый разгар боя, понимаешь? Когда даже... То есть кончились половину... танки? Все, естественно. Mm-hmm. У меня еще два. Хорошо, Жень, давай, давай, Женечка. Я сейчас даже посмотрю, как ты затащишь. Анкл ОСГ, давай, Т-60. Жень, вопрос. Да, я задам такой. Ты хоть один взорвал танк? Ну, помощь в уничтожении дали. А полностью чистыми? Пока нет, еще вот пытаюсь, видишь, у меня в процессе, как бы говорится. Да, хорошо, давай понаблюдаем за Женей, как давай, он валится в Е-3-4-5-4. Оп! Опачки! Все! Перепиздык, и Жени нет! Один выстрел, да? Все, да, один выстрел просто и все. Один выстрел, классно. Все, вернуться в ангар. Да. У меня еще два танка, Олег. Ну, я вернусь в ангар, пожалуй. Видимо, нет. Тангаш. Видимо, да. Тангаш, детка, это тангаш. Вот так вот. Тангаш, тангаш. Ну, что тебе могу сказать? Отличная воскресная каточка. Затащили просто по-царски. Затащили, да. Так, ну что, самолетик. Если раньше мы хотя бы хоть один танк могли взорвать, то на первой эпохе, наверное, многие скажут, у вас же не прокачано там ни хрена. Действительно, да. Экипаж, ну... Хорошо, хорошо. Давай, воздушные аркадные бои, давай. То же самое хочешь? Да, СССР, воздушный аркадный бой. Нельзя сменить технику, заблокированные экипажи. А, у меня все стоит цифркой 1 римской. Как бы. Танков сейчас. И-15, везде И, у меня все И. Расставим точки над И, Олег. Нельзя сменить танку заблокированного экипажа, почему? А почему я уже поменял в настройках, поставил воздушный аркадный бой. Экипаж заблокирован. У тебя какой экипаж? Авиа? Нормально. Авиа-экипаж. Все, уже хорошо. Понял? Так, первый, давай. Резерв, первый. Везде первый ставь. Просто И, чтобы везде было И. Сейчас сделаем технику. И А? Да. Жень, ну не такие лалочи. Картонные, Жень, картонные. Давай хотя бы второй уровень. На втором нас разорвут, как щенков опять. Давай попробуем все-таки на первом. Пипец какой. Да готов я. А нет, у меня есть второй еще, Хюрикен. Во, Хюрикен это мажорный слишком самолет. Да какой мажор? Это первый уровень, Жень. Какой мажор? Уровень-то первый, а эпоха-то не первая. Господи, мне больно. Мне больно от того, что я вижу. Как говорится, попробуем. Потому что нам все говорят, возьмите простую технику. Хорошо, возьмите. Говорят, давай возьмем. Возьмите, вот просто возьмите все, простую технику. Все, я готов. Все, первый ранг, все первое. Поехали. То Туманный Альбион. В грудь бьют, говорят, возьмите и вы затащите. Вот, взяли, давай, да, все. Да. Все, давай. Я поверю словам. Я тоже поверю. Уважаемых экспертов. Профессионалов, экспертов этой вояки. Игры. Вояки. Давайте попробуем, да. Это тебе не... Евгений и Олег берут первый ранг. Блять, как же это абсурдно звучит, а? Хорошо. Я не буду. У меня упреждение 400... Нет, это много. Это эксперты, это тебе не в Марио играть. Да, и 20 минут топлива это тоже многовато. Нормально, давай 20 минут. А, 20 минут, нормально. Меньше нету просто, понимаешь? О, вот это другая техника просто от бога, давай. Ты сейчас затащишь. Да. Я тебя уверяю. Я тебя большой, уверяю, 63 рус. Нет, я тебя уверяю, ты сейчас затащишь. Смотри, ты сейчас вот на раз-два просто порвешь. Сейчас будет изи-изи. Ну я же говорю, это же первая эпоха, это первого ранга самолеты, горе. Хо-хо, кто-то пролетел, какой-то бахус. Поцарапал меня, представляешь, у меня теперь крыло хреново работает. Прям поцарапал? Мне показано. Однако. Ну что, Женя, давай тащить. Давай. Мало ли, вдруг же удача улыбнется хотя бы тебе сегодня. Да, я-то уж уверен. Я ж не зря взял такую технику. Надо назвать рубрику «Сливной бачок», серьезно. Сливные катки, да. Упреждение. Попадаем. Что-то больно шустрый самолет, товарищи, конечно. Баффало Тача, ну классно. Баффало, да. Сокол у меня летает. Я на своем дерьме, как говорится, для Баффало Тачи. И рядом не стоял даже. Ну куда ж ты меня царапаешь-то? Ну, тоже уже, как тебя сокола, тоже поцарапали стой. Меня. Поцарапал, да, меня тоже? Да, какой-то лалка поцарапал. Самолет сбит, все, отец завалил, пожалуйста. Молодец. Своего! Своего сбил! Блядь, не садись, сука! Ай, беда! Какого хера он у меня? Че за на... Какой? Блядь, F1, M2, вы че, охренели? Я летел. Я не мог набрать высоту, понимаешь? Высоту. Потому что ебаклюй из нашего отряда решил царапать меня и сбил меня в природе. Хорошо. Женя, а ты сбил своего? Я сбил своего, меня засчитали. Сбил. Своего. А мне очки за это дали, кстати. Жень, так давай своих бомбить. Действительно, так же больше очков заработаем. А что, Жуковский? Жуковский мажорный он. Какой же первый ранг? Мажорный Жуковский. Нет, первый ранг-то первый, а эпоха-то какая? Это же разные вещи. Эпоха и ранги. А где? Я же тебя спросил. Ты сказал римская. Ну, римская я выбирал. Римская я выбирал. Это ранг написано. Да? Один. О, помощь уничтожения. Кто кого сейчас он идет? Он меня даже не задел. Как я умер-то?
гениальный просто коллизий. Горячий пукан, горячий. Попадание хотя бы засчитали, ну, слабо. Хоть попадание засчитали, и то хорошо. И так сойдет. И так сойдет, ах, хуль, как говорится. Да, рыжики-пыжики. Уничтожение, ну спасибо, уважаемый. Ну, хотя бы. Так, кому бы еще тут прописать число? Помощь в уничтожении, пропиши-ка кому-нибудь быстро. Да, ну давай. О, самолет сбит, батя затащил. Все, о, и сам сдох. Ну, красавчик. И сам сдох, это и нормально. И сам сдох, да, еще у меня два самолета. У меня нет пулеметов, но я подбил ему движок, и все пытаются его завалить. И теперь тебе дадут помощь уничтожения, естественно. Все, я его тараню. Я надеюсь, что он упадет. Или я упаду сейчас. Тебе дадут помощь уничтожения сейчас, понимаешь? Ёб твою мать. Да-да-да. Спокойно, спокойно. Пока я виляю здесь. О, помощь уничтожения. Спокойно, возьми себя в руки. Да, да я пытаюсь. В клешне возьми себя. Подожди, ты сейчас мне уверяешь, что... Возьми себя в клешню, успокойся. Это неплохо, да? Нет. А куда смотреть-то надо? Ты что-то, я не понимаю. Ты мне сказал, римская. Там написано, наводишь, когда там пишется, нет? Наводишь, пишется. Там единичка римская стоит. Одного до пяти, по-моему. Да. Это же, это же. Ну, практически, да. Нет, римская это ранг показывается. Жень, ну ты... Римская в этом, в наводишь, когда нет? Патрулировал, я просто не понимаю. Ну, потому что я сделал, как ты сказал. Да? Блин, я сделал, как ты сказал, и это на твоей совести будет. Самолет сбит. А, окей, хорошо. Потому что... Все на моей совести. О, самолет сбит, батя затащил еще раз. Все. Потому что я не знал. Ты мне сказал, смотри, там пишется единица, когда... Да, ну это ранг, да. Ну это ранг, да, там написано ранг. Но что-то эпохи слова я там не видел. Но эпоха там различается тоже по номеру, когда наводишь, по-моему, нет? Или я тоже попутал, значит. И гасит. Ну, у нас самолеты и танки. В прошлый раз танки были одинаковые. Блин, что у меня колбасит, значит, так? Мы выбираем одинаковые вещи. Ну, да. Но у меня Жуковский в этом. Классно, спасибо. На таком что пластмассовом самолете не долетишь далеко, ладно. Долетишь? Уничтожено воздушных целей. Одна. Е-е-е! Затащил. Да, я тоже затащил. Я да, тоже убил одного? Да, смотри, конечно. Смотри, как видишь, а ты говорил, мы не выиграем. Да, конечно! Еще попадание самолета. Особенно по статистике сверху мы не выиграем, Олег. Йо, зачем ты сказал? Я не поднимал глаза на эту статистику. А я посмотрел для интереса. И думаю, что-то здесь не так. Что-то здесь не то. Ну что там, как у тебя дела? Ты тащишь? О, тут леопард летает какой-то. Конечно, летаю. Так, значит, смотри. Ранг, боевой рейтинг, награда. Эпоха-то где тогда? Не знаю, нет эпохи здесь. Как нет эпохи? Ну что это такое? Эпоха первого, второго ранга. Ну ранг это, наверное, эпоха считается, Жень. Да ладно. Максимальная скорость, высота. Серьезно, что ли, эпоха считается рангом? По-моему, нет, это как-то неэтично. Почему нет? У нас есть техника четвертого, может, это и считается эпохой. Ну, логически, если рассуждать, то так, наверное, и есть. Сомневаюсь, что-то я как-то. Штурмовик давай. Ну, если ты сомневаешься, тебя много агроты поправят в комментариях. Ты ж не переживай. Да, все свои сомнения развеет агро. Так что можете править. Развеем сомнения, да? Угу. Невзгоды ты, все. Ты про себя услышишь все. Кто ты, что? А, да. Чем живешь, чем, как говорится, дышишь. Как я тащил там, да? Какой ты про, да. Что тебе надо сбежать нахрен отсюда вообще. Никогда в жизни Вартандер не возвращаться никогда. Игра для царей, да. То есть для царей игра в любом случае, да? Ну, а мы хотим тоже стать, как говорится, про. Мы учимся. Да, мы просто. Всему надо в мире научиться. Ты не можешь родиться. Ты же не какой-то там Тони Старк, железный человек. Не Колбаскин, да. Ты не рождаешься миллиардером или суперспособностью. Ну, вот не вовремя у меня патроны кончились. Да, не вовремя. Во время ликбеза Брейна, да, кончились патроны. Да, то есть я только хотел тащануть, но не вышло. Сверкни днищем, Жень. Каким образом? Ну, самолет переверни просто. А, зачем? Тебе сверкнуть, что ли? Блин, да не надо. Миссия провалена, Жень. Ну, уничтожено воздушных целей две. Полный фейл, сука, фиаско потерпели мы, понимаешь? Это лажа, это просто засада засад. Фиаско. О, я даже не на последнем месте, надо же. Это полный трэш. Да, я там вижу. Я тоже кого-то сбил. Да. Ладно, исследуем-ка компрессор и выучим его за 23 золотых орла. Может, поможет когда-нибудь. 23 золотых орла, учитывая, что мы всаживали по 7000 в самолет. 23 орла сейчас кажется. Слушай, ты два раза умер, да ты просто красавчик, ты затащил. Два раза умер, затащил. Сколько раз ты умер? Пять. И сколько раз ты убил свой самолет? Взорвал? Два раза, по-моему, что ли. Давай Германию танки. Давай, конечно, сейчас тоже поменяю. Давай. Выберем эпохи. Ну где, покажи, вот где ты мне рассказывал? Сейчас отец найдет. Так, ранг это ранг, а где эпохи были, сейчас посмотрим. Так, комплектация. Где ж я видел там ранг, боевой рейтинг? Боевой рейтинг, может, 1-0? Нет.
Вряд ли. А у меня нет лавочных танков, куда я... Ха, у всех есть лавочные танки. А у меня нету. Да ладно, шучу. Вот, пожалуйста, есть у меня танк такой, называется ПЗ-35. Вот я сейчас его выберу. И Панзер 3Н я поменяю сейчас тоже на какой-нибудь лавочный танк. А у меня лавочного нет танка. А у меня еще ПЗ-3. А как уволить экипаж, ты не помнишь? А, экипаж. Уволить там есть вроде кнопка. Не уволить, а в отпуск отправить. Как его? Ах, херушки его знает. Я оставлю. Давай оставим вот в этой катке ребят второго левела. Давай, да, у меня до второго, давай. Ты готов? У меня будет перемешка, первый, второй. Ну, у меня тоже, давай. Первый, второй, третий, давай. Так, нет, что третьего это? Нет, давай. Давай, давай. Ты готов? Не готов же. Готов, я готов. А, у тебя готов, да. Все, поехали. Давай, давай, поехали. Подожди, какой у меня аркадный воздушный бой? Да какая разница? А, да, отмена. Давай, готовься, тогда танковый аркадный. Вы покинули отряд. Зачем? Что за дебилизм? Зачем ты покинул отряд? Так, танковый бой. Кинь еще, пожалуйста, запросик. Угу. Все, теперь готов. Готов. Во. Нет, не готов. Готов, готов, готов. Так, во. Попробуем. Давай, давай. Господи, для эксперимента, давай. Будет. Сталинград. Ну, ну понятно, место. Что сейчас будут второго ранга танки. Да, может, сразу со второго поедем? То давай. То... Поедем со второго ранга. Угу. Нас порвет третий. Нет, третьего тут быть не должно. Будет, значит. Здесь вообще ничего не должно быть. Давай. Едем. Едем. О. Да, так, второй, да? Ну, давай. Давай, второй я выберу тоже, давай. Давай попробуем. Пусть будет второй. Чё-то мне как-то не весело уже. 16 патронов везде, давай. Сейчас отцы сделают. 16 патронов, ну-ну. 16 ну-ну. Снарядов, давай. 5 секунд, карта, смотри, какая огромная. Большая, Сталинград большой. Окей, поехали, давай. Давай. Женя, твой оптимизм меня очень радует. Мой оптимизм, я просто настроен очень... А, я понял, ты себя так настраиваешь. Давай, да. Давай. Да, я, конечно, категоричен, но в любом случае да, настроен я вижу, очень да. Оптимистично. Я по-боевому настроен, понимаешь? Угу. Я хочу воевать. Так. Так. Сейчас, смотри, да? Сейчас, отец затащит. Сейчас пару снарядов поменяю, разрывной сделаю. Давай, давай, Женя, давай. Бронебойный, и все, готовьтесь, сукины дети. Я тоже снаряд поменял, представляешь, вообще отец ништяк. Отец съедет, все. Кончились, ой! Кончились ясли, детский сад наступил. Парнишка завалил тут какие-то самые уже? Металлические баррикады, да? Металлические баррикады, ладно, ты готов рвать и метать? Женя, конечно, ты что? Я знал. Я чувствовал в тебе зверя, давай. Во мне живет дух победы. А дух поражения мы давно прогнали. Куда? Друзьям. Конфуций, ёпта, видишь, великие фразы великих людей. Конфуций. Раз. Контузий. Конфуций, контузий. Так. Ну что ты, где ты там вообще? Да я среди елок и снегов. То есть ты просто катайся? Нет, я еду на точку А вообще-то. Я тоже еду, но... Уже красный там на точке. А да, пока мы вижу, едем, вижу, как вижу. Бы. Ну, пока а не нет. Вижу, кто там у нас. Так, у меня, по-моему, дуло верхний. А, нет, двигается. Пусть ограниченный радиус действия, да? Ну, бывает же такие танки, когда дуло не слушается тебя. Знаешь, это бывает не только в танках. Ну, у меня такого не бывает. Ну, в самолетах еще бывает. А, ну в самолетах можно. Там не дуло, правда, но все равно. Штурвал клинит. Штурвал, да. Какая разница, ну? Да, штурвал клинит, да. Отказывает что-нибудь. Да. Угу, да, да. Так, едем. Едем. Серьезная карта. О, технику уничтожена, отец сказал, отец сделал. Все. Молодец, вот видишь. Ничего не знаю. Жить, вся надежда на тебя, давай. Угу. Так. Конечно, вся надежда на меня. Давай, Женек, тащи. Тащи, тащи, тащи. Угу, угу. Критические повреждения. Отец, давай, добивай уже это. Так, говно. Мы уже на точке А, но тут захвачена она. Отец, добивай дерьмо. Так, вон там справа едут. Ох, сколько их там справа едет, ёпты. Что ж такое-то? Я не могу его завалить. Это что за такой бессмертный танк-то? Он тоже чинится, о, как я? Уничтожил, о, отлично. Ну вот, помощь мне дали. Ладно, спасибо и на этом. Так, отец продолжает баталии делать. Так, это там стена. Там стена. Я через стену стрелять не могу, я не читер, к сожалению. Так, чисто. Я, к сожалению, через стену стрелять не могу. Все, технику уничтожена. Отец сказал, отец сделал дважды. Отлично, делай, Жень, делай. Дело, все, дело, батя да. Пошел тащи, в разнос. Тащи. Так, сейчас. Зона артиллерии, сейчас. Так, Русланчик, 200 метров, давай попробуем. Давай, отец, еще, третий танк. Пошла, Жора, давай, Жень, третий танк, давай, Женя. Нормально. Третий танк, Женечек. Уже делаю, уже работаю над этим, сейчас. Работай, Женя, работай. Работаю. Где это? Just do it, Женя, just do it.
Сделай, возьми себя в руки и сделай это. Захвати точку А. Уже в процессе. Бери себя в руки, Женя, бери. В процессе. Женя, давай, Женя. В процессе. Женя, сделай это, возьми и наплюй всем в лицо. Взорвали меня с артиллерией, к сожалению. Разорви врага в хлопе нос. Да. Взорвали с артиллерией, не получилось. Ой, твой ладно, мой. Ладно, у меня есть другие крутые танки. Сейчас я приеду. Возмездие восторжествует. Критическое повреждение. Возмездие восторжествует? Давай, Женя, давай, техника уничтожена, Женя! Мы взяли в руки себя! Да что вы говорите? И сигналычи, короче, здесь, вся команда, все мы здесь, потому что мы сделали это! Мы взяли себя в руки! Действительно, мне нравится моя антенна на танке с музыкой «Владимирский Централ Северный». Этапом по пустыри злонемерена лежит на сердце тяжкий груз. Может, какую-нибудь бутырку включать, когда играем? Чтобы развлекать себя, да? Ну ничего, урки подзаборные, сейчас. Сейчас мы вам покажем, шваль. Ну, удерживай быстрый ремонт, давай, быренько. По фене распишу сейчас. Мое дуло не движется ни хрена. Вот, это очень печально, надо что-то делать. Печально, согласен. Т-60 сейчас меня очень быстро. Чпокнем. Очень-очень быстро, да. Т-60 тебя? Не, меня вынес медиум танк М3 Ли Руслана. Руслана меня вынес. Угу, хорошо. Ты это положил. Ну, помощь в уничтожении. Ну и на этом спасибо, как говорится. Я не обижен, но в любом случае. Ну, по крайней мере, Женя, ты просто взял и сделал это, ты затащил катку. Ну, давай. Да, конечно. Вся надежда будет на тебя. Угу. Представь, что ты как Брюс Уиллис, ты один остаешься. Хорошо. У тебя зависит как бы судьба всего мира. 6 секунд чиниться надо. 6 секунд чиниться надо, да. Я использовал быстрый ремонт, но в итоге потом еще приплюсовались 30 секунд. Меня бомбят, я не успею сейчас, наверное, что-то сделать, но... Просто возьми себя в руки, Жень. Давай бомби. Бэмби. Давай. Чтобы в чате было написано, что ОСГ сейчас просто затащил. Ну, перезарядка просто это долго, это вообще очень долго, и это невозможно долго. Боже, как долго. Долго. Течет река Волга. Как долго думала ты. Я против сушки стою, но это давай, нонсенс. Давай. Сушка, это нормально, Жень, сушка это хорошо. Сушка, мышц? Угу. Сушка мышц, хорошо. Конечно. Блин, какой-то штаг меня бомбит. У меня что-то все сломано. Блин, я вообще инвалид. Все. Эх, к сожалению, я не смог починиться. Я пытался, старался, но... Ладно, у меня еще есть элитный танк. Так. Ну как у тебя там успехи? Давай, да, делись. Нормально, вот еду. Флагпанзер, не хочешь? Сейчас я приеду. На помощь к тебе. Сейчас. А, твою мать! О, блин, я кофемашину взял, оказывается. Давай, перезаряжайся, кусок дерьма ты сраного. Я, оказывается, кофемашину взял. Сукин ты сын, а? Вот Руслан дает просраться. Как ты сказал, презентабельная кофемашина. Презентабельная кофемашина, Я взял, вот кручу, капучино разливаю. Внимание на карту, нам говорят. Хорошо. Прекрасно. Свое внимание, пожалуйста, на карту. Угу, да, да. Внимание на карту, пожалуйста. Ладно. Хорошо. Да, две шкатулки в студию, пожалуйста. Mm-hmm, да. Две шкатулки. Капитал Шоу War Thunder, давай попробуем. Капитал Шоу Слив. Так, сливы. Это чей танк? Давай будет, у нас отряд будут сливы. Сливы. О, там истребитель упал, нехерово. Надо в Расте клан сделать сливы. Клан сливы? Mm-hmm. А чем тебе не клан? Прекрасно. Действительно, я по ЖД путям еду на кофемашине, нормально? Да, прекрасно. Др-др-др-др-др делаю, да? Хорошо, я не против. Так, что там мне предлагают? На воздухе полетать. Хорошо, давайте. На воздухе. В воздухе. Так, ты решил в воздух пойти? Нет, это как-то неправильно. Ну, я сейчас заныкаюсь и полечу, да. И полечу. Идеально заныкался, Жень. Ты бы еще просто бы вышел, поставил бы такой, знаешь, сигнальный выстрел в небо. Ну, а в чем? Все знали, где ты. В чем проблема? Да нет никаких проблем. Ты что? Нет проблем. Сейчас пойдем посмотрим, как там дела. Я вижу эту карту. Я вспоминаю одну из моих любимых Call of Duty, по-моему, где была Сталинградская битва. Я не помню, вторая какая. По-моему, вторая часть была, там офигенная была битва. Там был очень круто, именно тот Call of Duty. Да, классический, как Metal Hunt. Да. Военный Call of Duty, классно. Как Metal Gear тоже самый на PlayStation на первом.
тащерский. Не, Metal Gear и все, в принципе, крутые. Все крутые. Первый самый элитный, конечно. Вот новый вышел, какая-то фигня, честное слово. Почему фигня? Очень крутая. Мне вообще не понравилось. Это какой-то... А ты что, играл в него? Он же эксклюзивный. Я видел ролики, я смотрел. Чё-то не воодушевило совсем. Ну, опять же, ролики смотреть — это одно, а играть — другое. Но сколько я видел, я сам тоже не играл, но могу сказать, что отзывы очень хорошие у людей. Да. Она, конечно, для определенного жанра, ну, то есть, как бы... Ну да, да, серии, да, 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 да. Если бы я сейчас... Я не фанат серии просто, поэтому я не могу сказать там... Я бы не покупал ее для себя. Угу. Уйдите с дороги. Видите, я на кофемашине еду, ну... Дорогу кофемашине! Второй Metal Gear, говорят, тоже крутой очень. Я смотрел проходняк, когда давно еще. Да? Второй, да. Интересно. Угу. Первый, конечно, да, тоже был очень круто. Интересненько. Да. Быстро экипаж вывели из строя на моей кофемашине, конечно, я даже не успел пукнуть. Ну ладно. Ну, ты в ангаре уже, нет? Нет еще пока, у меня еще техника есть. А, нет, все, техники нет. Все, печально. Наврал, можно идти в ангар. Но я там троих точно снес. Скорее всего, да. Ух ты, фактор внезапности, открыто достижение в War Thunder. В ачивка в стиме дали. Фактор, ты, то есть, внезапный, дерзкий и резкий. Фактор внезапности, ёпта. Ты очень внезапен. Ты представляешь, фактор внезапности дали. Хорошо. Ну, да, да, да. Так, на чем бы полетать-то? Давай летанем на немцах. Конечно, конечно, раз уж начали, то давай. Так, давай оставим здесь... как есть. Давай оставим как давай, есть. Давай, давай, окей. Вот у меня есть четвертый ранг, третий, второй, первый. Может, я поменял? У меня четвертых вообще нет. Ух ты ж, мать твою! Да что вы говорите? Да. Не, все, я буду летать на леопарде, и меня ничего не колышет. Не колышет тебя совсем ничего. Воздушный аркадный бой. Го. Авиация. Какой го? Погоди-ка. Погоди-ка на гуака. Сейчас я проверю, что тут можно выбрать. Ля 5FN хочу выбрать. Не, не хочу. Ай, ладно, не буду ничего выбирать. Все, полетели. Ничего не знаю, короче. У меня много техники. Все. Все же, я вот сейчас выбираю самый крутой самолет. Да. Какой? И начинаю тащить. Tempest МК-5, по-моему, четвертая эпоха. Это тащерские? Да, да, это очень дорогой. Ну, хорошо, поверим на слово. В районе 7 тысяч. Поможет, нет? Да, конечно. 7 тысяч орлов-то золотых влить-то, а? Поможет? Нет, можно, конечно, сейчас взять первый ранг, допустим, да, против четвертого. Так, и? И попробовать затащить. То есть это как ты себе представляешь вообще, как ты это видишь? Мастерство, ты понимаешь, мастер, вот, рука мастера. Тихоокеанская секретная база. Рука мастера, то есть ему не важно, у мастера какой самолет, там что. Нет, то есть, да? Неважная эпоха. Ты профи. То есть это не обусловлено ничем больше. То есть ты просто обусловлен тем, что ты профи. Да, профи. Профи тащит, в принципе, на любых, как говорится, самолетах. То есть неважно. Неважно. То есть ты капитан отважный. Так, 300 метров, 20 минут топлива. Сложности для тебя не важны. А нету 5 минут топлива, мне бы хватило. Ну, конечно, подохнуть-то 5 минут хватает. О, красавец какой. Да, конечно. Щадишь, у меня блестящее полированное днище. Да. Чего я вниз пошел? Самое главное, что полированное блестящее днище. Остальное как бы уже не суть важно, уже не интересно никому. Я лечу, главное, меня немножко кринит. Прекрасно. Ну, пострадал, видимо, уже. Зело не Дим ты сделал, нет? Нет, а что там? А, сделал. Бели Дим. Бели Дим, да. Белёки. Белёси. О, карта прекрасная. Белоси. 150 FPS. Вот это нормально. Летай, летай. Летаем. Ух ты, что-то какое-то все красное. Летай, летай. Красивые горы, красивые. Хотелось бы затащить в горах. Давай. Все в твоих руках. Ты на Ла-5. На какой-то Лалке 5. Что это? Лалка 5. Ла-5. Лапать? Лапать у тебя получается. Лапать, да. Ла-5. Лапать. Левая прикроешь? Ага, спасибо. Это в чате написали. Левая прикроешь. Ну, там же все стратеги. Это мы так, чисто фан. Стратеги? Не, ну ты же сказал, что ты мастер, как бы. Ну. Да, нет, я не сказал, что я мастер. Я говорю, кто что мастер? Я не мастер. Ты что, как я могу сейчас за мастером, если я вообще... Так а кто мастер-то? Я откуда знаю, кто мастер? Так нужен мастер? Я понимаю, что нужен мастер, но среди нас таких нет. Вот это... О, подбили 7000 орлов! Все я уже. Даже ничего сделать не успел. Уже все? Все, прощай, бредный мир. Да уже все красное перед глазами, уже можно прощаться, как говорится, в этот конец. Да. В тот свет. Однако. Все, Жень, это пиздос. Это просто пипец. Успели в стену врезаться? Успею, конечно. Печальная ситуация какая-то. Это печаль, это боль. Просто. Наша база уничтожена, так что можешь не расстраиваться сильно. Можешь не париться, да? Уже можешь не страдать, как бы. То есть можно не страдать. А ты что молчишь? Говори, что у тебя. Ну что, я лечу за каким-то Фурией 1Б, я не знаю, что это, Фурия или что это. Ой, ой, какой грозный самолет-то у меня сегодня нынче. Грозный самолет? Да ну куда ж ты летишь? Ох, как я аккуратно это сделал. Это как прям по красоте.
Бомб у меня, к сожалению, нет, у меня перезагрузка 9G. Как бы смысла нет, наверное, особого. Так, выносливость 90%, 100% выносливости, представляешь? 100% выносливости. Еще и выносливость какая-то прибавляется. Ну нифига себе. Ну, я шикарно. Да вообще ништяк, Жень, да ты затащишь сейчас. Да я уже тащу. С такой выносливостью, я думаю, все затащат. Все, самолет сбит, батя затащил и сам сдох. Молодец, Жень, как молодец. Как говорится, в жертву, кот на вас называется. Давай, давай, да. Не, ну, да. Сейчас, я еще выберу, смотри, у меня еще есть P-47, да и у тебя что есть вообще? У меня пока есть самолет, на котором я летаю. Я не знаю, как он точно называется. Я просто лечу. Я просто лечу, пытаюсь скрыться. Ты просто летишь? Да. Ты просто летишь? Да, просто. А, лечу. Вон сзади тебя я вижу какой-то Герман Грошев. Бери этого Германа Грошева, давай. Как Герман Гресс или какого? Герман Гресс, бери его. Лемонграсс. Все, давай. Уже, убили уже. Я пролечу здесь, пролечу в этой дырке. Конечно, полетишь. Давай. Ты же... Да, нет, ты же не говорю, что ты профессионал. Ну ладно. Нет, я не могу считаться профессионалом. Ты что? Ну ты же сказал... А, ну ладно, окей, все. Что, окей? Я никак не говорил, что я про в этой игре. Ты что? Не-не-не-не. Твои слова сейчас вызовут, знаешь, сколько же боли у ребят в комментариях? Я такого никогда не говорил. Ты сказал мастер. Я говорю, мастеру плевать, на чем летать, он бы мог вынести любого. На помощь в уничтожении. У меня хороший самолет очень. Перегрузка 8G. Я не говорил, что я мастер. Я говорю, что мастеру. Мастеру. Не мне. Мастеру. Просто есть люди, которые подумают, что я мастер, это не так. Хорошо. Ребят, ну видно же, что тут угар, веселье и трэш. Да, дело, оно мастера боится. Дело мастера боится, да. Да. И он мечтает как бы слиться. Так. Но дело мастера боится в любом случае. Да. То есть, да, чеши мне там лапшу, веши на уши, доширак. Развешивай. Нет, почему? Я просто тебе объясняю, что я не говорил, что я мастер. Что не было я понял, я же ничего не говорил. Ил-2, штурмовик. Прекрасная игра была, прекрасный симулятор, я помню. Еще Ил-2, да, конечно. Я читал, по-моему, рецензию в игромании на него в году, наверное, 2005-м. Была рецензия, я помню, читал, покупал журналы эти. Ну, мне кажется, что надо возвращать тематику подкастовой подоплеки сюда, наверное. Да, что... да, да. Потому что это пипец какой-то. Ну что ж, отец завалил очередной самолет. Молодец, Жень, молодец. Я вижу, Intel Lefik 3 семерки. Ну, Lefik просто молодец. Ну, дело мастера боится просто. Да, боится, конечно. То есть я очень... просто смотрю сейчас на нашу мастерскую полоску, где все боятся. А, это нас все боятся. Я вижу, как ты тащишь. Вот прям вот помощь незаменимая для нас, смотри. У них полная полоска, заметь. А у нас уже. Ну, самолет, крит. Батя сбил еще один, как бы. Ну, то есть. Давай, 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 да. Давай. Только давай. Я немножко поломан, но в целом. Хрен вам, ты сбил самолет. Да. Ну, я поломан, но летать пока могу, знаешь. Я поломан, но счастливый. Да. Вы мне крылья не ломайте. Иначе я вас задушу. Так. Слушай, у меня клонит самолет ужасно очень. То есть, ну, со мной все, наблюдаешь, да? Смещено там что-то. Что-то тебя там смещено. Копчик сместили. Копчик, копчик, так. Ну, как тебе сказать? Ты на чем-то летаешь? Да не так, пешком решил. По горам прогуляться, да? Я так похожу пешочком. Марш-бросок по горам. Правильно, правильно делаешь. Правильно, правильно. Так и надо. Зачем тебе летать? Зачем любить, зачем летать? Просто играй. Стреляй, ёбан, стреляй! Ну что, никак? Да нет, никак. Есть успехи? Нет. Почему? Вот зря ты не назвал себя мастером. Назвал бы, попадал бы. Это сейчас мне напомнила ситуация, когда в детстве мы меняли ники в Counter-Strike на более крутые в надежде, что и скилл поднимется. Ну, конечно. Это, знаешь, как машину помоешь, она быстрее поедет, как бы в лошади вернуться. Ну, естественно. Потерянные лошади вернутся. И сейчас мне тоже. То есть назови себя мастером. Да, и ты будешь чувствовать себя мастером. Понимаешь? Почему равнее станет? Это же как самовнушение работает. Жень, ты говоришь, понимаешь, что? То, что ты рандомно сбил 3 самолета. Почему рандомно, опять же? Я не рандомно это сбил. А, да-да-да-да, ты сидишь ежедневно, каждую неделю записью, конечно. Натрачиваешь War Thunder, скилл прокачиваешь, разбираешься в рангах эпох. Только этим и занимаюсь в последнее время. Конечно. Других забот же нет, я же как бы вольная птица. War Thunder, OSG War Thunder, так сразу канал называй OSG War Thunder. А, слушай, надо переименовать, что-то я действительно лоханулся. Ну ладно, спасибо за идею, я, конечно, обязательно это сделаю, потому что надо же показывать свой скилл-то, ну. Конечно. Я ж просто так ничего не делаю. Вот я же стараюсь всегда, как бы, ну, если. Назвался я, конечно, груздем. Не напишу, как не напишу, там в понедельник, в среду, там, в пятницу, в любое время. Женя, где ты? Женя, что ты? Не, Женя, пофиг, он в War Thunder. В War Thunder он рубит, сидит вообще. Часов сколько? 1000 уже наиграл? Больше, наверное, 1500. Больше, наверное, тысячи, уже. Да, по-моему. Даже больше, чем в Доту, да, Жень? Доту я забросил давно уже, как бы, ну. На War Thunder. Некогда был. Я War Thunder, как бы, у меня в фаворе сейчас. Ты решил показать отцовский навык. War Thunder в фаворе, понимаешь? То есть, как бы, Дота ушла на задний план. Дота ушла.
Обещала вернуться. Мама, миссия провалена, Жень. Надо так квак-квак. Ну почему? Я уничтожил 3 самолета, помощь одна, очки заработал. Сейчас посмотрим на стат. Это командная игра. Я на втором месте, понимаешь? То есть, понимаю, если мастер сказал, если назвался Грузин, то залез, как говорится. Слита, ты понимаешь, что слиты. А это не суть серебро. Важно. Моя личная победа для меня важна. Это не личная игра, тут командный бой. Что-то я не особо заметил по чату, что там командно играли. Не? Должно быть, по идее, командно. Окей. Исследовать кого? Гепарда? Нахрен его. Ладно. Исследуй гепарда, Олег. Я не хочу, а что это самое? Гепардов сюда исследовать решил? Пусть будет гепард. Надо от этого. Не хотите исследовать гепарда? У меня какой-то самолет новый открыли. Называется... Как он называется? Я даже не знаю. Dai Beach, наверное, называется. Нет, не 112 V5. Не стоит 2000... Как у тебя? Не стоит 2015. Без регистрации смс. Все, друзья, вот такая вот у нас была совершенно не изи катка. Ссылки в описании под видео. Мы могли все, что делали. То есть сделали все, что смогли, наоборот. Кличко, перелогинься. Перелогинься. Мы все могли, все, что делали, могли, когда замогли, да? Правда жизни открыта, да. Все, друзья, я надеюсь, что на сегодня закончили. Увидимся на следующей недельке. Да, да. Хорошего, пока-пока. Пока.